Ребята, всем привет! Сейчас я вам покажу, чем отличается PS Vita FATCA. Вот она. Выглядит она так. FATCA, то есть это толстушка еще называют ее. Так, сейчас подождите. На слимке у меня уже Resident Evil запущен второй. Ну, естественно, который был на первой Сонике. Вот. Входами не отличается, то есть здесь такой какой-то соневский вход стоит, зарядки. Ну и то, что FATCA тяжелее, и экран у нее стоит, по-моему, там OLED стоит экран у нее. Он достаточно такой сочные цвета у него. Но, в принципе, в игре этого не замечаешь, если берешь слимку, да, то у нее, во-первых, у нее уже стоит microUSB, ее удобно заряжать, то есть можно, ну, я бы не сказал, что лучше ее заряжать от телефона там или каких-то других зарядок, лучше заряжать это, то, что идет в комплекте именно от самой Vita. Это Resident Evil 2 запущен. И слимку достаточно комфортнее держать в руках. То есть, если я FATCA беру, да, она, во-первых, увесистая такая достаточно, и она тяжелее намного, чем слимка. То есть, она чувствует, что она такая тяжелая. Первая такая ревизия соневская. Вот. Здесь, кстати, у меня, знаете, что есть? Здесь у меня крутая игрушка, я сейчас вам ее покажу. Запущу пока витку. Слимку выключу. Офигенная игра. Не знаю, почему говорят, то, что PS Vita умерла, там якобы нету игр на ней. Я все еще играю в нее, и, блин, игр достаточно много. Смотрите, какая крутая игра есть. Про зомбаков. Моя любимая тема, кстати. Экран, все, блин, обалденная графика тоже. Вот, смотрите. А, и, кстати, что еще, чтобы не забыть, звук у FATCA намного тише, чем у слимки. Но дело в том, что в принципе, звук от того, который на FATCA, его хватает. Он достаточно громкий. Такая игрушка прикольная на FATCA у меня есть. Вообще, по идее, игр у меня много. Можете сейчас наблюдать, посмотреть, кому интересно. Также адреналин тоже установлен. То есть я могу запускать игры от первой Соньки, от Sega, от Nintendo, от Dendy, от многих других игр. То есть это PS Vita, она прошита у меня. Вот. Слимка тоже прошита, тоже, но на ней в основном я играю в игры от первой Соники. Мне просто нравится больше на IPS экране играть. Вот у меня установлен второй Resident. Одна из любимых моих игр. Вообще серия Resident мне очень нравится. Тут я ее уже проходил. У меня уже открыто все, и оружие, и все, короче, костюмы там разные.
Так, там, по-моему, у меня зомбаков-то даже не осталось, я уже всех перебил. Сейчас вам покажу. А, хотя, может, на улице? А, на улице я сейчас не смогу выйти. А, нет, могу выйти на улицу. На улице есть. Тут был где-то. А, я туда не могу выйти. У меня уже пистолет прокачан. Так, что там? Так. То есть тоже, видите, адреналин стоит на ней. Также ремастер, вот игра Chip & Dale недавно вышла. Прикольно достаточно сделали. О, ничего себе, прикольно, блин. У меня даже сохранение все сохранилось. Клево сделали, блин. Так, вот это сложно пройти. А, и по поводу звука. Так, что бы вам такое показать? Хм. Тот же адреналин сейчас запущу, посмотрю. Так, что у меня на фатке? Есть же тоже адреналин. Сейчас посмотрим. Если у кого-то стоит выбор, что выбирать между фаткой и слимкой, то что дешевле, то и берите, потому что сейчас все равно на Авито продаются очень множество. В основном продают фатки, по-моему, их дешевле продают даже, чем слимки, потому что у слимок у них батарея, она дольше держит заряд, чем у фатки. Так, а, тут тоже Resident есть второй, стоит. И третий еще даже есть. По поводу того, что экран на фатке лучше, это, ну, это смотря кому. Мне, например, если я, например, все время сидел на слимке, и мне было, в принципе, комфортно. Потом, конечно, когда у меня фатка появилась, то да, на фатке экран более такой насыщенный цветами. Ну, а так, в основном, мне слимка даже больше нравится, чем фатка. Даже не знаю, есть сохранение или нет. Так. Тут нету сохранения.
Ну вот смотрите, на полную громкость делаю звук на фатке. Так, теперь на слимке. Сейчас. Надо было сразу тоже ее включить. Сейчас просто разницу увидите. То, что ну, разница реально есть. Не, я не понимаю, почему никто не говорит об этом. Я ни у кого не видел это. Что на слимке именно звук тоже стерео, как на фатке, но он громче намного. Намного громче. Прилично, я бы сказал. Также у меня есть... Опс. Сейчас надо выйти. Портативные приставки от Nintendo, если вам будет интересно, я вам тоже их покажу. Так, давайте это тоже оригинальный гейм. Слимку намного приятнее держать, чем фатку. И кнопочки вот эти намного, намного приятнее нажимаются. То есть они прямо так... А фатки, они как будто вдавленные. Их не очень так комфортно. Короче, у слимки, по идее, больше плюсов, чем у фатки. Так, вот смотрите. Делаю полную громкость у слимки. Значит, еще раз показываю. Звук у фатки. Это толстушка. Вот она. Так, сейчас. Да идите вы нахер. Блин, слоумо стоит, что ли, у меня здесь? Как его выключить? Слоумо стоит. Не знаю, почему он у меня здесь стоит. Ну вот, смотрите, да? То есть вот такой звук на фатке. Да хватит включаться. Так, а вот слимк. Чувствуется разница? Я не знаю, будет передаваться это на видео или нет, но на слимке реально звук намного громче, и он такой же чистый, как на фатке, но при этом он, блин, он намного чувствуется, что он сильнее. Так, что еще можно сказать? Вот по поводу экранов, значит, на слимке он более такой насыщенный и более такой яркий, что ли. То есть на фатке, на слимке он наоборот какой-то более такой тусклый, но если вы не играли ни разу на фатке, то на слимке вам также будет комфортно играть. То есть если их в лоб-лоб не сравнивать, то разницы в принципе особо не будет. Особенно если играть в игры от первой Соньки. Наверное, я поэтому играю на слимке, потому что, во-первых, звук, он очень громкий, такой мощный, и экран... На IPS-экране даже мне больше нравится играть в классику, чем играть на OLED-экране. На OLED-экране прикольно играть в Rayman, потому что эта игра более такая красочная. Вот. А так, в общем, такой обзор. Вот они, фатка, слимка. Пишите в комментариях, там ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока!